Значит, третий сет мы закончили, работая с шейно-воротниковой зоной, да? Первый сет был, это вот эта все-таки часть плечо-лопаточная, вторая это трапеция, да, и шея. Третий сет, это у нас было уши, волосяная поверхность, точки, да, мы все продавили, подекомпрессировали, да, вот, шею. И теперь, ну, в принципе, это все заканчиваем, да, если массаж шеи, только шейно-воротниковой зоны, то на этом мы заканчиваем. А если это включалось у нас в массаж тела, да, то нам надо вернуться обратно и завершить на теле. То есть мы берем, включаем вот такой ролик, как бы, да, вот костяшками этими, всю шею. Ну, вот так раз. Похоже, как будто механизм некоторым таким работаем. Продавливаем вниз и даем теперь вот так в позвоночник, в остистые отростки. Точнее, не в остистые отростки, а сбоку от них в поперечные отростки продавливаем. То есть до этого у нас были приемы, когда мы снизу вверх вот так вот растрясали, да? Когда спину делали. А теперь обратно продавливаем. До конца. Вот до сюда. И вот теперь я вам расскажу секрет великой детской считалочки, рельсы, шпалы. Вот, это мы рисуем шпалы. Поставили шпалы. Потом... Все движения у нас идут теперь от головы вниз. Рельсы рисуем. Вот так резко туда сбрасываем всю энергетику и всю кровь вниз. Теперь по этим рельсам вот получилось два пути. Первый путь. Тут стрелка на крестце. Разворот. И вот второй путь пошел. Между паравертебральной мышцей и остистыми отростками. Нам сюда надо попасть. Где же ракеты выпустили из шахты, да? Шахты пустые. Сейчас туда запускаем вагонетку. Вот она пошла с удержанием, да, и вот держим позвоночник с давлением. Вперед с давлением идем. Вагонетка полная идет, полная. И разгружают шахты инструменты. Назад пошла пустая. На стрелке развернулась. Пошла другая, груженная. Ко второй шахте. Разгрузилась и пошла пустая. Теперь повезли туда ракету устанавливать. Вот туда даем, декомпрессируя вверх. Да, вот вверх декомпрессируем. И прямо локтем вот туда вот. Вот, хоп, ракету поставили. Да, пошла пустая. На стрелке развернулась на первый путь. Пошла туда тяжелая, груженная. С давлением поставили ракету. Класса С-500. Выше назад. Развернули руки. Где остановились, там мы продолжаем. Да, развернули руки. И теперь все, что мы нарисовали, вот этот военный комплекс, да, нам надо стереть. Снимаем рельсы. Растираем человека, да, декомпрессируем его, можем вот с техникой роллинга вот так вот весь позвоночник вытягиваем. Эта рука почти не едет, не двигается, да, она только по телу не едет, а только вот таз туда отодвигает. И теперь декомпрессируем по диагонали. Здесь за ось лопатки зацепились, здесь за ось гребня позвоночной кости. Раз растянули, потом в другую сторону. Раз растянули. Мы не должны скользить, соскальзывать, да, мы именно упор в кости, работа идет со скелетом. Растянули, встали вертикально, растянули за счет веса своего корпуса, вот мы стоим, вертикально меня снимает целиком, чтобы видно было. Вот я вот так вот растягиваю по диагонали, было вот так, да, а теперь вот так. Теперь берусь за либо кость, за вертел бедренной кости, либо за таз, да, например, за кость вертела, здесь за ребра. И присев, скручиваю тело вот в эту сторону, потом в противоположную сторону. Несколько раз поскручивали. И как бы вот мы закончили массаж, теперь нам надо это поле вспахать, чтобы убрать все следы преступления нашего военного, да. Мы лапа леопарда, все быстро растираем, ямы приподняли и засыпали, а по факту мы, пока делали голову, тело остыло, да, чтобы человека не отпускать остывшим, да, мы его просто согрели еще раз. Здесь шею согрели, натянули трапецию, голову пускай, медленно тянем и как бы срываем кожу, делаем пашню. Новую пашню. Три прохода.
Раз, два и три. Всегда оттягиваю трапецию назад. Вот. Сделали три прохода. Засыпали шахты, чтобы не было заметно. Вот землю так засыпали, засыпали. И пошел у нас крупный дождь. Начался град. Простучали разными способами. Пожестче кулачок, да, вот тут помягче кулачок, такой расслабленный, хлесткий. Здесь мягкий, здесь пожестче можно. Пошел пальчиковый дождик. Покрыл всю землю насаждением, заколосилась трава на поле нашем. И мы закончили массаж таким легким покачиванием, подрагиванием. После этого желательно накрыть тело человека теплыми полотенцами и дать прийти в себя. Ну, массаж был достаточно жесткий, да? И дать прийти в себя, ну, буквально там 5-10 минут полежать просто, да? Или отправить пить горячий чай. Или мы подготовили. Это был все-таки мануальный массаж, он подготовительный к дальнейшим мануальным практикам. Тогда мы просто переходим к дальнейшим приемам, которые мы будем изучать на следующем нашем уроке уже с мануальной правкой. Но об этом будет в следующий раз, когда мы уже будем ставить позвонки. Сейчас все было слышно. Это не страшно, не опасно, так что приходите к нам. Я вас, Олег Алагудин, вас всему научу, поставлю вам руки, и вы уйдете готовыми специалистами сразу в работу. До новых встреч, дорогие друзья.